Дождь всего лишь осадки, а хорошее настроение от осадков не зависит. Фестиваль «Позитивный Нижний» состоялся в столице Приволжья. Конкурс граффити, чемпионат по стритболу, воркаут, различные спортивные и художественные мастер-классы. Каждый мог найти занятие по душе. Мы, спортсмены, в первую очередь, готовы поделиться своими радостными чувствами, позитивом со всеми жителями Нижнего Новгорода. Именно для этого считаю, что каждый день в Нижнем Новгороде должен проходить на позитиве. Кстати, давно уже доказано, что оптимизм полезен для здоровья, причем в буквальном смысле. Например, оптимисты в 3 раза реже страдают от вирусных заболеваний, чем те, кто пребывает в пессимистично-депрессивном духе. А еще они чаще всего ведут здоровый образ жизни. Получается, что фестиваль «Позитивный Нижний» собрал самых стойких, смелых и оптимистичных горожан.